победы. Сегодня жарко и дело совсем не в погоде. Здесь бурлят эмоции, азарт и командный дух. 10 лучших танцевальных коллективов округа соревнуются за звание самых лучших. Город танцует в парках. Второй раз наш округ принимает этот фестиваль. Команды коллективов прошли заочный отбор проекта команды губернатора и Мособлпарка. Для ребят это бесценный опыт. Им выпала честь показать свои номера медийным хореографам страны. Было очень непросто, на самом деле, решать, кто в итоге выиграет. Мы увидели довольно-таки качественный уровень танцевания. Я увидел потенциал. У города как будто бы есть свое лицо танцевальное. Ребята явно заряжены, они явно любят танцевать. Явно тянутся к танцам. По закону танцевальных программ, после каждого выступления участникам давали рецензию на танец и рекомендации о том, как развиваться дальше. Все супер, мы второй год участвуем здесь, и эмоции такие же сильные, как и в том году были. Все так же круто, стараемся, выступаем. Класс! Шикарно. Отлично, отлично вообще. Хочется танцевать такое каждый день на такой сцене. Драйв, адреналин. Да, зарядились вообще сами от зрителей, от жюри, все было круто. Мне кажется, это очень такое достижение прям. Да, нужно гордиться собой за это. Коллектив «Дом танца наследия» ждет интенсивная подготовка. Они стали победителями очного отбора и представят наш округ на галоконцерте, который пройдет в парке в Раменском 7 сентября. Когда ты узнаешь, что победил именно ты, это какие-то невероятные эмоции абсолютно. Подготовка будет очень тяжелая и очень упорная. Это 100%. Вариантов больше нет других. Подарком для участников и зрителей, пришедших в парк, стал концерт знаменитых танцовщиков. Свое мастерство продемонстрировали звезды танцевальных проектов ТНТ.